Всем привет! Последняя тренировка мира грез в событии звездной церемонии боевых искусств. И это Ян Цинь. Давайте посмотрим. Так, эти ребята неплохо здесь подходят. Ну, нам опять же только хил поставить, да и выбрать. Один, два. Начать испытание, ребят. Сейчас посмотрим на... Какой ранг я смогу пройти этого противника? Напоминаю, что были неудачные походы. Последние два особенно. Ну, здесь... Ну, по крайней мере, здесь, знаете, что я рассчитываю Ашку взять. Уверен, что Ашку на собой на самом деле можно получить. Без труда. Но вот Эска, последние три боя, это, конечно, жестко. Погодите, а что значит 97x? Это что значит x97? Прикол. Что? Вы прикалываетесь? Ой, все. О, это что такое? Может, у меня глюк в игре? X95. А, все, я думал, там 95 надо пробить этих уязвимостей. Ой, капец. Ладно, там так-то, в принципе, первую стадию проходим. Ну, ладно, раньше времени не стоит радоваться, потому что, по-моему, у нее каждая стадия тоже отличается. Нифига себе, так быстро все. Что? Погоди. 109 опять. Ладно, смотрим. Просто смотрим. Это должно сработать. А, ульта? Ульта может быть? Молодец. Когда там будет супер-мега пробитие, я не понял. Зайцы, ничем помогает. X94. Где великолепное пробитие? Ну ладно. Я так и не понял, как это произошло. Ну, не имеет значения. Может быть, мечи все-таки, да? В этот раз мечи мне надо сломать. Хотя не, навряд ли. Ё-мо, что ж она делает, а? 92. Да там же было как-то сразу обнуление. Вы чё, прикалываетесь? О! Что это было? Вот это что ли усиление на максимум? Ладно, Ашку заработали. В принципе, я на нее и рассчитывал. Давайте поборемся за Эску. Может такое быть? Не, навряд ли. Так, ну Ашка есть. Теперь, если будет в этом ходе пробитие такой же, то, возможно, есть шанс. Да нет, все, я на это не рассчитываю. Ну что, я могу подвести итоги. Когда мы, конечно же, вернемся в основное меню. Событие достаточно интересное было. Мне лично сильно понравилось. Но, опять же, я не понимаю, как работает вот эта система. Это просто какая-то дичь. Да ладно, заканчивайте этот позор, пожалуйста. Там, по-моему, должно сработать какое-то мега-супер усиление, или как оно называется? Может быть... О, нажимай, поехали. А, не, нифига не... А, вот, вот эта шкала, если, по-моему, до конца дойдет, да? Что там у нас? Нифига же класс. Да она вообще не ходит. Ну ай, ладно, короче, там у нас уже все равно ходов нет. Капец какой-то. Погодите, что это было? Адриб.
Они не хотят заканчивать. Хотят наслаждаться этим побольше. Зайцы дают. Что это? Ай, ладно. Ашка, все, ну его, как говорится. Что тут? Ох, ты мне дали достижение. Ладно, это утешительный приз. На самом деле, результаты следующие. СС на автобое вообще на изи. Потом просто какой-то хаос начинает происходить. Еще раз повторяю, что Бэшку можно было на Ашку закрыть, перепроходить, если перепроходить его там несколько, по несколько раз, там, в принципе, все зависит от удачи. Можно было бы закрыть без проблем на СС, ААА. Да, то есть, а вот здесь я на самом деле даже не знаю. Либо ставить своих персонажей, которые имеют более больший уровень и лучше одеты, и прокачанными скиллами, более-менее. Кстати, здесь, по-моему, даже не посмотреть, да ведь? А ну-ка, дайте посмотреть на секунду. Описание персонажа. 80-й, смотрите, максимум. Конус тоже 80. Следы. А, вот, вот, смотрите, видите, что здесь, какой здесь минус? Здесь скиллы не на максимум, можно было прокачать, конечно же. Не знаю, насколько это сильно повлияло бы. Реликвии. Ну, тут реликвии тоже неплохо. Идолоны. Идолонов нет. Да я даже не знаю тогда, что остается. Да нет, это странно. Но единственные скиллы, но это никак не поможет, ведь прям... Хотя, кто знает? Да нет, нет. Нам можно, конечно, было с идолонами поиграть, но я сомневаюсь, что у кого-то на аккаунте есть данные персонажи с идолонами, это уж точно. Ну ладно, тем не менее, было неплохо, мне понравилось. Это тоже считается неплохим результатом. Мы в любом случае здесь смогли полностью зачистить все. Как вы видите, 5, 6, 12, 20 и последний приз достается нам тоже. Все достается. Единственное, что мы упустили, это вот здесь, вот в этом вот сундуке. 4-4, да, то есть вот эти вот призы, бесполезные призы вообще, вот это и вот это. Но на самом деле, ребят, что здесь может быть ценного, тоже сложно представить. Разбор реликвий, которые вы можете делать просто в бесконечном количестве. Ну, в принципе, все, на этом, да, как бы событие закрыто полностью. Не забывайте подписываться, пишите комментарии, ставьте лайк, нажимайте на колокольчик, смотрите видео до конца, делитесь своими результатами. У меня 2С, 2А и 1Б. И подписывайтесь на все каналы, ссылки, которые найдете в описании к этому видео. Пока.